попутно владеть, чтобы все виды Он возродил Россию.
зробіть державі вас, за славу Юбілею, справедливо, тридцятилетия возобновления Анапской земли. Далекий уже 1983 год. Но работа церкви началась задолго с этого. И мы знаем, что вы принимали самое непосредственное участие. Была образована комиссия, Целое поколение людей было свидетелем
церковной жизни. Многие даже и представить не могли, что в какой-то момент в тогдашнем Советском Союзе будут открываться церкви. В 1980 году была создана комиссия, церковная комиссия по подготовке к празднованию тысячелетия крещения Руси. И вот на одном из заседаний этой комиссии мне в то время архиепископу Выборгскому следовало высказать свое понимание того, каким должен быть юбилей тысячелетия крещения Руси. К сожалению, все, что было сказано на этой комиссии ранее, сводилось к торжественным мероприятиям, к акту, концерту, к приглашению иностранных гостей. Я тогда позволил себе высказать другое понимание того, каким должен быть юбилей тысячелетия крещения Руси. Сказал, что пока они будут открыты, ставропигиальные монастыри в городе Москве, Валаамская обитель, Киево-Печерская лавра, пока не будет открыта Дивеевская пустынь, Дивеевский монастырь, Оптина пустынь и Соловецкий монастырь, трудно говорить о праздновании тысячелетия крещения Руси. Вас любим. Архимандрита Алексию, с братьею, всем молясь.